Этих трех знаков зодиака Бог наградил суперспособностями. Давайте посмотрим, есть ли супергерои в вашем окружении. А может, главный герой – это вы? Только обязательно подпишись еще на наш телеграм, чтобы не пропустить свой знак зодиака. А мы начинаем. Первый знак – Телец. За что бы там ни взялись упорные тельцы, непременно будут иметь успех, такая их суперсила. Именно благодаря этому упрямству они и ведут всех за собой. Вырваться вперед – вообще не вопрос. Телец, правда, сосредоточен исключительно на своей цели, остальное его не беспокоит. Второй знак – Рак. Раки – создатели с большой буквы. Их неодолимая способность мечтать о, казалось бы, невозможных вещах и неожиданно воплощать их в жизнь – суперсила. О настойчивости рака позавидует даже твердолобый телец. И третий знак. Их сверхвозможность – это сделать что-то из ничего. Они создают собственную реальность, моделируя связи между людьми на удивление гармонично. Самую тяжелую ситуацию представителям этого знака ничего не стоит превратить в благоприятную. И это весы.